Здравствуйте. А вы на месте? Потому что я на месте. А ребята придут? А ребята выйдут погулять, поиграть? Пожалуйста. На месте, хорошо. Но я за водой еще не сходила. Сейчас вернусь, подождите. Сейчас схожу за водой. Чтобы без пол-литра разобраться, понимаете? Ну, пока включу игру вам, кстати. Момент. Момент. Сейчас доиграем, пойдем в Dark Souls 2 играть. Не пойдем. Шучу, мы не пойдем туда. Мы туда не пойдем играть. Не пойдем играть. Никаких ДСов. Никаких вторых ДСов. Кому я вру? Кому я вру? Так, запустила. Сейчас вернусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Идут. А потом до банкеров дойдет, понимаете? Только писюны по стенке. Вот эти вот. А потом и приветики, между прочим. Не, если мы сейчас ее быстро закончим, она вроде на 2 часа, что ли, игра. Если мы ее быстро закончим, мы пойдем какую-нибудь еще возьмем коротенькую. А потом игра на прохождение. А потом DS 2 со всеми... Сколько в DS 2 DLC? Кто мне скажет? Кто знает, сколько там DLC-шек? Кто-то знает? А ну-ка, знатоки DS 2. Такие два. Короче, короче, серьезно. Континую. Что за игра? Вангеры? Ой, блядь, ее нужно погуглить, слушай. Это нужно погуглить, чтобы понять, что это такое. Все масштабы. Чтобы осознать все масштабы, нужно погуглить и увидеть, как оно выглядит. Как выглядит это нечто. Ебанутейшее совершенно. Некрономикон достала, кстати. Stranding 2 еще не вышел. Death Stranding 2, конечно, не вышел, но... Но, с другой стороны, Dead Space 2 мы уже поиграли. Понял, не буду. Оно не стоит того. Оно того не стоит. Оно, конечно, лучше знать врага в лицо. Конечно, чтобы тебя, не дай бог, не заманили в это безобразие. Алекс, здорово, привет, привет, привет. Спасибо. Это атомонита игра, да. Да, Неткот, привет. Это игра атомонита. Она очень своеобразная, супер самобытная и супер прям... Ой, я даже не знаю, как это назвать, если честно. Пли врага в яйцо, да. Примерно так. Примерно как-то так на самом деле. Это очень мрачно для них. Это супер мрачно для них. На самом-то деле. Потому что ты помнишь Машинариум, Ботаникулу, Саморост, Пилгримы тоже их же. И потом вот это. И ты сидишь и такой, что? 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 Куда? Что тут все отрываешь всем? Посмотри на это. А в Крикс и Крикс играла. Крикс играла. Крикс тоже играла. Все еще, кстати, непонятно, что делать с... Как достать вот здесь вот... Как достать соседа. Крикс тоже мрачноватая, но она чуть более мягко мрачноватая. Знаешь, этот какой-то боди-хоррор.
а та просто такая стрёмная. Таблетки не цепляли. Но вот Крикс мне безумно понравилась. Пилгримы мне тоже безумно понравились. Вот. Но это пока что тоже забавное. Или наоборот, кстати, те. Все, ребята. Готово. Просто надо было сделать вот так вот. Понимаете? Со второго раза. Тут же не просто страшные вещи, а именно отрывание. Да, тут отрывание частей тела, кровь везде. Видишь, у тебя просто расчлененка одна сплошная. А есть какие-то новости про их следующую игру? Вот это какой-то сейчас чучель вылезет отсюда, мне кажется. А мне кажется... Блядь. Мне кажется, что очень похоже. Блядь, все, забудьте, не похоже. Все, не разрисовывается. Смотрите. Чучел был страшный. Ну, чучел, кстати, тоже их же. Тоже же их, да? Давай, увидимся. О боже. О господи. Такое чисто, знаете. Блядь, такие. Все, поняла. Где хэппи в этой игре? Когда мы бежим за мячиком, тогда мы очень хэппи. Блядь, рано. Рано, рано подняла его. Чуть-чуть прикольно, что ж там страшного. Сбрякнуть с припадки, это утрат никто не видел. Так, а ну-ка. Хера попала! Пиздец, тусовка тут, если что, понимаете. Охуеть можно. Фанополис их следующая игра. А ну-ка, подожди. Она у меня даже в виш-листе лежит. Прикинь, я не знала, что это их игра. Бля, как они классно делают, конечно, вообще без каких-либо... А когда выходит, а непонятно, когда выходит, да? Ну ладно. Что же? Что же, что же? Только до экрана загрузки. Понимаешь, Риори? А это игра. И люди говорят, что она классная, хорошая, клевая. Думали о начальстве. Мне кажется, что Аманита прекрасная. Я хочу верить, что там хорошее начальство. Снять крышку черепной коробки большому челу и купаться в бассейне из оставшейся части головы легко. А еще и с веселой музыкой, где всем заебись. Да. Фанополис, Звукосити. Ну, получается, что Звукосити, да. Так, блядь. Блядь. Ебать. Нас сейчас там насадят, кстати. Видали? Вот, а теперь хэппи в этой игре. Congratulations, you've endured the first horror nightmare. On to the next one. Вот так вот. Happy, happy, happy.
такие дела. Опа. Хаппи-хаппи-хаппи-хаппи-хаппи. Я каждый раз вот эту песенку пою, когда произношу название игры. Здорово, Толь, привет. Здорово. Чисто голым, да-да-да, с мячом только. А только с мячиком. Но мне кажется, тут какой-то ультимативный ловец снов у него в виде вот этой хуеты. Блять. Ну все, ГГ. ГГ. Ничто не радует, как мяч, но без него лишь только плач. И хочется крушить вокруг, чтоб много ног и много рук. Как вам такое, хаппи-хаппи-хаппи? Как вам такое, хаппи-хаппи-хаппи? Мы сейчас как Алиса будем. Позвонили в его... Морковку надо было, морковку надо было. Спереди посадить морковку. А эти стоят и злорадствуют, что не их поймали, сучара. Поняла я вас, блядь. Сейчас сделаем все. Бля, если бы открыла глаза и увидела, что я сплю на какой-то ебаной опушке... Я бы охуела. И легла бы спать дальше, если честно, потому что кому ему нахер, кому оно нахер надо. Морковка, блядь! Морковка нахуй! Сучара. Ну там же морковка лежит. Ну возьми ты, блядь, ебаную морковку, она не убегает от тебя. Ну зачем ты прикладываешь, блядь, усилия, если можешь пойти по пути наименьшего сопротивления? А у меня аж века дергаться начало. Кролики приехали. А ну-ка. Мне кажется, надо кроликов всех сзади оставить. А нет, все, убежаем. Не, морковку я не могу подобрать, потому что нет курсора, когда кролик уже вышел. Перегреть. Ну, походу, надо перегреть как-то на зайцев, да. Еще будем пытаться. А ты знаешь прохождение, Толь? Или ты предполагаешь просто? А ляг вот сюда, вот сюда. Нет, не туда. Ну ладно. Вот приехали зайцы. Не знаю, кролик ультимативный куй сделает, если честно. Я поняла, пошли обратно. Пошли обратно, ща. Ща мы сделаем полненьким одного зайчика. И этот зайчик уже никуда не сможет убежать.
Держи, мой хороший. Держи, мой хороший. Погнали. Сейчас тут куть будет делаться жалко. Ну, а что, блядь? Надо было много этих, походу. Не успели фэдшейминг. В смысле? Не было, кстати, не говорила, что это плохо. Где был шейминг? А ну-ка, покажите, блядь, шейминг. Где он был? Скриншоты. Требую скриншот. А, это хуйня, все, это ничего. Побежали дальше. Ручка. Так. Все понятно. Поехали, ребята. Погнали. А я не управляю. Я не управляю тем, куда я бегу. То есть, когда происходит какая-то анимация, видите, курсора нет, курсор пропадает, я ничего не могу делать. То же самое, когда начинается анимация. Всякой этой. Иди сюда. Когда начинается анимация какого-то бега. Нам нужно в кроватку или под кроватку. У меня курсора здесь нет, видите? А, и он сейчас за нами, а мы успеем в дырку прыгнуть. Все, поняла. Фаерхед, здорово! Вместо скриншотов пленка. Как проявлю, сразу направлю все. Так, договорились. И мне. Копии мне, пожалуйста. Моему адвокату в том числе. Будь добр. Здорово, здорово. Ох, ебать. А меня сейчас пиздить будут, да? Я правильно понимаю? Или нет? Не-не, третьим надо было жертвовать тоже. И моему авокадо, да. Да-да-да, именно оно. Привет, булочка, здорово. Хай, здорово. Привет, здорово, 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 здорово. У нас тут супер милые очаровательные игры. Супер милые очаровательные игры, просто прелестные, прекрасные. Ой, а можно вас как-то попросить? Да, будьте добры. Так, а там было... Кладем кроликов. Вернулся к поинт... Ого, ничего себе, ты бросил... Ты бросил портал? О. А что так? Что случилось? Так, сходим. А поможете? Вот, видите, нам нужно было три короля, чтобы... А что вы думали, кролики как-то иначе плодятся, что ли? Тут то, что все, что надо. Слушайте, может, четверых надо? У нас там еще одна была. Может быть, четверых надо сделать? Походу, четверых надо сделать, смотрите. Mm-hmm.
умирают болью в животе, милые игры, самое то, что... Ну, ты видишь, да, насколько... Какая милая игра? Ну, милая, в смысле, там, в кавычках немножко милая, потому что... Вот, как бы мы сейчас кроликов делением делаем себе. Там все покушано. Короче, это боди-хоррор какой-то немножко. Портал надоел, прошел Spy Fox, прохожу игры с ММА. Портал надоел, ого, я думала, он тебе никогда в жизни не надоест, если честно. Было ощущение. Да, да. Ты просто отрезаешь ему жопку, и там вырастает новый кролик. Сейчас мы вытянем. Тянем-потянем. Погнали. А животик, надеюсь, пройдет быстро, к концу вечера, по крайней мере. Уже перестанет болеть. Очень надеюсь. Потому что болящий живот — это, конечно, жесть какая-то. Множество деления. Математики. Множество деления. Так. А что, я кролей не могу достать? А ну вытаскивайся. А, блядь. Я просто иду по той схеме, которой меня учит игра. Шо, блядь, началось? А мне их что, всех убить надо, что ли? Я не поняла.
Если постоянно менять Аки с Тима на одном компе, бан или смена региона? А я не знаю, кстати, я ни разу не меняла. Милаш очень здорово, ну, видишь, он не справился с сменой тональности, судя по всему. Высоко взял, да, слишком высоко взял, немножко не рассчитал. А стоит, насмехается над ним, да? А что ты ждешь? Бля, что с вами всеми делать? Хотите попрыгать? Попрыгать. Блять, да не ты! Ну нахер. Если разные айки, то проблем же быть не должно, с чего бан. А, аккаунты, по идее, нормально все должно быть. Да, если менять аккаунты, то ничего плохого не будет. Ну, два у тебя разных аккаунта там условно. Хуй знает для чего. Никого не волнует. Куда? Куда? Не очень понятно, что делать. Если честно. Я поняла, их всех лопнуть надо. Разные компы с разными аккаунтами. Не, не будет проблем, Джетикс. Все будет нормально. Если у тебя разные аккаунты, ты переключаешься между ними, проблем быть не должно, даже если у тебя разные регионы. Не регионы, ну, короче, разные эти. Не должно быть проблем. Так, а куда ж мне, что ж мне с тобой это сделать. А, мне на каждую хуйню надо ворон призвать, что ли? Так, этот поет, все понятно. Поет. Блять, пиздец, ничего непонятно. Можешь совсем уехать кукухой. Думаешь, если всего пару часов в это играть, можно уехать кукухой? Мне кажется, что мы вот играем час примерно. И я уже кукухой подъезжаю уже. Уже, поняли, да? Вот как здесь? Что здесь? Что здесь нужно? Как сюда зацепить? Ну а чё вы? А нет, подожди, не попадает. А чё ты в водичку села, не поняла? Это как весело, видали? Как хорошо. Как хорошо, сука, и весело. Блять, а что делать? Подождите, а как? Не хочешь погильотинить?
раскачать или зануть. Вот тут надо как-то. Все. Ну, понимаешь, нужно, когда тебе нужно понять, что нужно сделать. О, все. Чпок, ломай. Готово, ребята. Когда ты такое вникаешь, как тут всех поуничтожать, как им всем сделать неприятно, резко как-то становится очень хорошо, приятно и отвлекательно. Ой, колокольчик золотой. Все, что надо. Смотрите, поехали. Они сейчас его настругают, посмотрите. Они его сейчас нарежут на бастурму. Раз. У них такой классный был пикник. Вы видите? У них такой классный был пикник. Шикарный совершенно. И что? И пришли мы. И что? Вода вылилась, по закону Архимед растворил, что шло. А вот скажи мне, пожалуйста, кто не расстраивается, ты приходишь такое в ванну. Приходишь в ванну, только намылился. И херак, воду выключают. Я бы тоже расстроилась, на самом деле. У меня бы тоже голова лопнула, если честно. Тут, скорее всего, массовая аневризма. Понимаешь, что тут головы полопались у всех. Пиздец просто. Мы приехали туда же, смотрите. Что это такое? Это Тинки Винки к нам едет. Я, конечно, очень извиняюсь. Смыть шампунь можно и холодной водой. Но если воды вообще нет, типа у тебя выключают холодную воду. Ну, у нас, по крайней мере, в моем доме нет горячей воды, она отрезана. Ну, думаю, что у всех отрезана, на самом деле. В Одессе, по-моему, в принципе, нет центральной подачи горячей воды. У всех стоят бойлеры. Вот, и когда у тебя отключают воду, у тебя отключают холодную воду. У тебя вообще нет воды. Мы счастливы, мы улыбаемся. Закончилась вода, кстати. А что это такое? Типа, сохранение? А, это сохранение, наверное, тоже. Вот, поэтому такие дела. Вот, в Одессе вообще нет центральной горячей воды. Центральной подачи. А кто теперь опасный? Кто теперь опасненький? Есть вискать или вискарь? Вискать или вискарь? Чуваки, у меня нож. Я бы на вашем месте особо не, тут не въебывалась. На человека с ножом, который не может шапочку снять. Так, что? Что им надо? Раз, два, три. Три. Да, я не понимаю. А, вискарит, хорошо. У меня, кстати, ничего нет. Я вчера брала сидр, выпила сидр. Так хорошо было, так прекрасно. Ты сидишь, смотришь стримочек, хуяришь этот сидр. Вообще по кайфу. Всякие снеки кушаешь еще. Так хорошо и приятно. Я просто не могу передать. Так, давайте вот все идем отсюда.
Вчера лег спать, сегодня. Зато хорошо. Ой, это хорошо. Если хорошо погуляли, то вообще насрать, что ты вчера лег сегодня. Сюда дай. А, я поняла. Все, ребята, я поняла. Им вилочки нужны, вилочки-ложечки нужны. О, салоночка. Они же хотят поесть голову. Я как-то пробовала в детстве мозги. Мне вообще не понравилось, конечно. Только нужно понять, я правильные им инструменты даю или нет. Если честно. Пойдем отсюда. Лясочка. Вы видали? Сердечки гораздо вкуснее. Мозги и барана. Бараньи. Бараньи мозги. Это были бараньи мозги. Может быть, вилку вот сюда надо? Возможно. Я, в принципе, люблю субпродукты. Сердечки, всякие эти почки. Вот это вот с почки. Что там? Должен быть посоленный. Должен быть посоленный. Как нам соленое взять? Я не понимаю. Багар-то я... Все, понял тебя. Сейчас. Что будет сделано? Или не будет сделано? Мне сюда не пришло. А что мне в телефон не пришло? Я приму. Я приму здесь. А нету! А напиши мне что-нибудь, если можешь. Джин-то баф берсерк. The cake is a lie. Они хотят посолить тортик. Я не очень понимаю, если честно, на черта. Сюда-ка. Что такое? Все? Все? Бежим быстро, пока. Бежим быстро, говорю. Я тебя ж не за солонку хватаю. Я тебя хватаю за ножки. Побежали. Потом тогда. Хорошо. Хорошо. Так, вот. И теперь вот здесь у нас соль. И погнали. Нарезали. Красивенько. Насолили. А, это не соль. Что я все правильно делала. Но здесь нож должен быть в любом случае. Не, ну я все правильно делала. Почему он не хочет есть? Играли на днях с братом в TX2, а я после маленькой чекушки Джина, это пиздец. Во-первых, у него реакция намного лучше, чем у меня. Добав в виде Джина было очень плохо. Хорош. Блин. Вот в каком-то таком чуть-чуть, знаешь, состоянии под одним каким-нибудь маленькой чекушечкой чего-нибудь или там парочкой глотков чего-нибудь, сразу так это, ну, конечно, реакция максимально в ноль падает. Это я вчера напилась этого сидра и пошла в Elden Ring играть. Пиздец был. Хотя я очень хорошо, кстати, убивала боссов. Я дракона убила со второго раза, который там в озере лежит. Убил. Никого я больше не убил, на самом деле. Меня убивали все только. Если честно. Понимаете? Беда такая вот. Никогда так хорошо не мансила в ДБД, как вчера после пиноколады. Тебе надо учиться так же делать в трезвом состоянии. Оно как-то, знаешь, будто бы в какой-то момент ты прям супер, не то чтобы расслабляешься, но у тебя открывается какая-то новая чакра,
которая тебе позволяет просто прям вот супер наплевать вообще на все. И ты такой, здесь замансил, там замансил, здесь среагировал. Просто, может быть, немножечко позже среагировал и замансил. Да, тут как бы он тебе позволяет в себя поверить, конечно, до вообще супер пределов. Хотелось бы, в принципе, в себя верить, знаешь, вот так, как тебе дает иногда бухлишко, но до определенных рамок. Потому что иначе, конечно, беда. Вот. Такие дела. Такие дела. Бля, хочется опять бухлишка. Скажите мне, пожалуйста, признаки того, что человек начинает спиваться. Признаки алкоголизма. Скажите мне, пожалуйста, я хочу не соскользнуть. Вот. До сих пор напивался настолько, чтобы с утра... Напивался настолько, чтобы с утра звонить бывшим и было похмелье. Надо в себя поверить, вот-вот-вот. Свои в Сиджи бутылочка сидра была записана. Но потому что это реально эликсир скилла. Но оно как-то тебе позволяет, оно что-то открывает в тебе. Бухнуть бы, возможно. Чат соблазняет на всякое. Мне очень нравятся всякие коктейли. Единственное, что я их, конечно, не делаю сама, эти коктейли. Хотя, возможно, как раз-таки оно стоит там накупить себе всяких штук, чтобы можно было хуярить коктейльчиков. Ну вкусная же хуйня, ешь! Я же то же самое ему делала. Он скривился. А чё ты дурачок такой? Мне кажется, оно кислое было. Такое чистое. А, блядь, я думала, они ногти себе подпиливают, они играют на скрипке. Если больше бутылки пива сидра в неделю... Если больше бутылки пива сидра в неделю пьешь, серьезно? Это так работает? Что тут, блядь, происходит, Famous? Не спрашивай. Пожалуйста, не спрашивай, я не знаю. Это все страшный сон. Ебать, нихуя себе! Ну вот в какие-то бары надо ходить ради вот таких, знаете, перформансов. Потому что, блядь, я... Ладно, я знаю, куда я пойду в следующую субботу. Надо только кого-то с собой потащить. А то самой как-то не камильфо идти ром бухать. Не может отказаться, ищет причину лишний раз выпить. Всегда отрицает то, что что-то не так. Уверен, что в любой момент может остановиться. Угу. Для чего пьешь, если не убегать от реальности, с подругами хорошо посидеть, здоровый подход. Имха, коктейли кайф под... Да, коктейли просто, ты под приятный диалогик какой-то. Оно так прям супер кайф, супер... Ну вот я, наверное, следующую субботу под это. Я все хочу сходить. У нас есть заведение, которое... Парфюм-бар называется? Парф-бар. Я не помню, как правильно, но что-то с парфюмами связано. Но суть там в том, что тебе коктейли делают на основании ароматов, которые тебе перед этим распшикивают, дают послушать, дают понюхать. И тот аромат, который тебе понравился, такой коктейль тебе делают. Прикиньте. Вот. Вот. Поэтому, короче, все хочу сходить и каждый раз забываю. Мне Famous про него напоминает, а я каждый раз ой да, и каждый раз ой нет. По твой алкоголизм приходишь домой, выпиваешь кусочку пива, ложишься спать, клинически не можешь заснуть. Ага, все, поняла. Ну ладно, у меня пока я не на той пути. Я не там пока что. Слушайте, в них же подуть надо. Нет, в них подуть надо. А что делать с ними? А что с ними делать надо, интересно? Знаешь, о чем говорю, отец алкоголиком стал и старшая сестра на глазах. Ой, все, я поняла тебя. Я поняла. Ужасно, конечно. Угу. Ну вот я знаю, что момент с тем, что ты отрицаешь наличие проблемы, это прям очень большая проблема всегда.
Это типа тоже один из признаков прям. Ой. Ой. А можно в другую сторону подуть его? Да, сюда. Вот, и мы садимся в него сейчас. Да. Отрицание проблемы вообще обычно, да, знаете, первый шаг на пути к решению проблемы — это признание этой проблемы, признание наличия проблемы. Но здесь, мне кажется, то же самое, когда ты отрицаешь проблему. Ну, что это? Хорошая моя. Что ты моя сладкая? Кошка пришла, смотрите. Кошка пришла. Кошка пришла. Сладкая. Да я уже не верю. Я схожу в следующую, ну, вот в эту субботу, которая будет, схожу, съезжу. Пока бокал не гроним в начале вечера, вообще хорошее начало ночи. Вот, вот да. Знаю, о чем? Ага, это я прочитала. Напшикай себе заранее своей пиноколадой и такая, ну вы поняли. Вот это мне намешай. Да-да. Проблема у меня есть склонность к тому, чтобы пить, но я могу себя обычно держать в руках. Но то, пока делала диплом, очень привыкла к энергосам, просто не могла перестать их пить. Сегодня второй день без них, очень, блядь, понимаю, охотно. Мне очень нравится вкус энергосов, просто пипец. Именно вот, ну, сам вкус. А у тебя нет ничего, что было бы без эффекта, но с этим вкусом. Кочка пришла. Знаете, что игра напоминает Алису? В «Стране чудес», которая, что ли? Я знаю, что знаю, что знаю. Ну давай, кто это? Мур. Звучит Мур. Восклицательный Мур. А, ты про бар? Нужно взять от Левант куртки бомжа. Ты думаешь, что... То есть ты хочешь сказать, что... зная, что это невозможно нюхать, это будет приятно пить? Думаешь, это так работает? Это Мася или Пипс? Непонятно. Непонятно, кошка какая-то. Это одна и та же кошка просто. У меня одна кошка, я просто вас обманываю, что их две. Вот и все. Ничего не радует, кроме встречи с друзьями за выпивкой поначалу, потом в одиночку. Все, поняла. Ну, да. Видишь, у тебя есть такая градация. Это более жесткие какие-то вещи уже. Здрасте, блядь. И поплыл. Забор покрасьте. Дефолтный вкус не нравится, есть много вкусных энергосов. Но мне как раз дефолтный очень нравится. Бля, интересно, а можно к ним вот так прийти со своим и сказать, намешайте вот это, пожалуйста? По-моему, нельзя. Но было бы классно, если бы можно было. Можно было бы реально прийти с бомжом и им сказать, вот мне очень интересно, как это было бы в коктейле. Да, да, кошка с двумя скинами, да-да-да. Водка невкусная на запах, однако пьют. Блин. Ну как-то, ну представь себе пить коктейль, который на вкус как куртка бомжа вспотевшего. Ебать. Кто нахуй кидается телами? Нельзя улыбающихся, кстати, сюда, видите? Нас швыряются телами. А как я пойму, что я это я, а не я это он, и он не я? О, он сейчас нас снимет с хуйнёй этой. Потому что это их головы. А у меня это не голова, у меня это маска. Он сейчас с меня снимет маску эту. Сними, пожалуйста, будь добр. Ой. Ой, интересно. Врач как-то прописал пиво со сметаной. А чем он тебе это лечил? Что он тебе этим лечил? Пил недели две, потом понял, что уже не могу. И сила воли заставила остановиться, хотя еще надо было недели две пить. В тот момент понял, что вполне могу. Но оно обычно так и работает, что есть определенные, может быть, склонность в семье. Вась, сиди сюда попотеть. Но там скорее даже пахнет кожаными штанами чувака, который весь день в седле был. Такие, знаете, потные кожаные штаны. Как пахнет? Ну, блядь, а как куртка пахнет? Как пахнет кожанка? Подумалась, хочу энергетик со вкусом кофе. Это же есть буквально кофе, да, кстати.
просчитались, но где? Если изобретут коктейль со вкусом дубленки, его можно за Курт Кобейна, блядь. Ну, по факту, кстати. Можно назвать Курт Кобейн. О, блядь, мы мяч. Давай в эту сторону, пинай. Так, его нужно разогнать хорошенько, погнали. На нахуй! Блять, посмотрите, вам не видно чела. Поехали. О, а что это? Что это? Риори. Что со вкусом, с ароматом жженого кедра, солода и кожанки? Вот это поворот, понимаешь? Так, сейчас, подождите, ребят. Мама звонит. Ой, сейчас. Подождите, ребят, секундочку. Послушайте пока что тут прямую трансляцию. Сейчас я. Ты
Дверь не поддается. Здрасте. Простите, но я говорила с мамой, а это важно. Простите, извините. Простите, извините. Энергос со вкусом кофе — это питбуль. Энергос от Кока-Колы. А энергос от Кока-Колы как называется? При росте 178 сантиметров, 36 кг. После сильнейшего отравления похудел до желудок с легкими гнили. Лечили долго. Пиздец, Алекс, нихуя себе. Как хорошо, что ты вылечился, и что сейчас все хорошо. Офигеть можно. Так, не знаю, мне намешали. А это какой-то сервис по созданию... парфюмов или что это такое? Это как? О, ливняр, наконец-то. Наконец-то. Записали чего-то младшего брата. Походу, пластмасса протравился. Одно время было модно молоко покупать разлитое в полторашки из-под газировок. Случилось, как потом рассказали в больнице, молоко разлагает. А-а-а, вот он. Слушай, я не знала, что молоко разлагает пластик. Кубок Америки, очевидно, че запрещено в его зелу. Здорово, макарон, привет. Привет, привет. Так, подождите, включаю чат. Включаю чат обратно себе. Опа. Опа. Стану чуть про пластик. Я просто не знала, что оно так. Надеюсь, да, все хорошо. Нашла силы идти домой, игра про смерть вернула меня к жизни. Сейчас будет гол. Сейчас будет гол, смотрите. Сейчас будет гол. ДБД считается игрой про смерть, особенно после ваших приключений с ксеноморфом. Ебать, он из глаз машет руками, смотрите. Постримить сегодня смогу, когда иду до дома. О, это хорошо. Если тебя нахиляло это, то прям вообще прекрасно, слушай. Вообще прекраснота. Еще 5 минут звуков, забуду русский, говорит только на этом языке. Выключила звук, страшно, просто мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, но мы не знаем. Все, можно возвращаться. Но тут, понимаете, даже если паузу поставить,
все равно будет. Все равно будет. Так, я чат. Чудо-руть тут туда. Доберасу, адоб двор. В остальном ничего интересного не произошло. Все хорошо. Хорошо, все хорошо, да. Маме все хорошо, с мамой все хорошо, с папой тоже все хорошо. Поздоровались, поболтали. Мама каждый раз переживает, есть ли у меня реальные друзья, или у меня есть только интернет-друзья. И разговариваю ли я с людьми, или я. Блять! А че ты злой нахуй такой опять? Не отрывается? Блять, ну пиздец, лучше оторвал, если честно. А хотя ладно, хуй с ним. И так нормально, кстати, и так неплохо вышло. Бля, ебать-то вы злые, конечно. Интересно получилось. Вот. Молотки из носов. Только отошел. А тут уже гол забили. Пропустил гол. Пропустил гол. Все самое важное пропустил. Хорошо, она спросила, реально ли интернет, друзья, пришлось бы задуматься, моему пропа. Да. Родители еще 3 числа, по-моему, да, через месяц едут в отпуск. Едут в отпуск. Возьмешь в ручки? Или не возьмешь в ручки? Я маме потихоньку начала про тебя рассказывать, питон. Тихонь. Ну так, я с заходом издалека. Поэтому подожди, скоро будут расспросы. Я, если что, дам твои контакты, она с тобой будет общаться. Ты готовься. Будет допрос. Ой! Вырвала глаза. Там можно уже и зубы повырывать, кстати. Опа. Мы сейчас жвачку будем жевать. Поняли? А что ты думал? Шутейки все вот это тебе? Так. На нахуй, сюда. Готовь справки, что ты из хорошей семьи. Ой, обидно, я ж не хотела. На волосах застряла, наверное. У вас у кого-нибудь застревала жвачка в волосах когда-нибудь? Что вы делали? В двух словах он вялый... Да, двумя словами он вялый питон. Так что в целом это все... Все, на этом все. О, спасибо большое. Мы ему, значит, жвачку в волосы, а он нам штучку снял. Стринглась. Ой, пипец. Может, у меня, по-моему, не застревало никогда. На самом деле. У меня, по-моему, никогда и не застревало. Слишком много рук, если честно. Зарплатные справки. Справки о судимости, справки о предыдущих браках. Выписку со счета не уверена, что она попросит. Тут можешь чувствовать себя спокойно. Пока. Не надо говорить тебе такое. Что-то застревало, но вымывала шампунь и всяким таким. Потому что у меня, по-моему, не застревало. Я садилась случайно на жвачку, и потом вот это классическое, когда ты кладешь в морозилку, чтоб оно застряло, все заморозилось, и ты его мог как-то обкорнать, там, отодрать замерзшего. Вот это я делала. А держать, блядь, руками надо. У семи нянек с 10 руками. А почему с 10 руками? Здесь должно быть 14 рук. Мама спросит, какая питон длина, как ползает, что там, как то. Все, вытаскивай. Слушай, это спички, нихуя себе. Ща мы тут устроим. Ебать, здорово. Че, как дела?
Пиздец. Пиздец. Если честно, пиздец. Пиздец. Из псих-наркодиспансера, из Венерички надо, ну отовсюду. Из Венерички надо, кстати, регулярно обновлять. Здорово, Силки, привет, привет. Из Венерички надо обновлять. Ну из отовсюду надо обновлять, на самом деле. 38 попугаев и одно попугайское крыло. У нас что-то 38 очень непонятно кого, если честно, очень страшно. Племянник как-то волосы клеем к стенке приклеил, пока ты спала. Пиздец, вот это я представляю, ты проснулась, собиралась встать, а не очень всталась. Эта игра точно не делает детей жестокими. Жестокими детей делают последствия после того, как они сидят и вникают в эту игру. Понадобится, спасибо, Викуля. Я понимаю тебя. Я вот тоже, да. Я, ну, да. Все мы, Пиарин, все мы. Все мы. Справки из Венерички вообще надо подшивать к анкете в Тиндере. Ну, кстати, да. Справки из Венерички надо подшивать к анкете в Тиндере, потому что, ну, количество разов, когда вот эта вот история про то, что «Да ладно, я чё, ты сомневаешься во мне, что ли? Ты там то, ты сё». И ты сидишь такой, блядь, чел. Ты нахуй кто такой? Так, а что мне... А как мне... Опа. У нас тут солнышко, посмотрите. Пизда. Рекомендательные. Вот, кстати, рекомендательные письма от прошлых. Ну, прошлые партнеры могут еще, знаешь, некоторые вещи писать, зависит же от. У меня был какой-то период совсем ебаться, сраться, совсем недавно, когда я думала, что, знаете, хорошая идея пойти немножко поспрашивать отзывы у бывших партнеров на человека. Вот, а потом я поняла, что, ну, может же быть всякое, там могут специально наговорить какой-то пиздотни. Здорово, Хаус, привет. Просто потому что, знаете. Хотя я бы на своих дала, мне кажется, честный фидбэк. Поехали. Зачем ты там мой мозг? А это не твой. Что ты взял, что это твой? А это не твой совершенно. Между прочим. Благословить меня, у меня свидание вечером. О, кстати, девушка слепая. О, ну так это удачи. Чё, главное теперь говорить нормально. Понимаешь? Не напороться, хуйни не напиздеть. Вот что хочу сказать. Здорово. Здорово, Джарик. Знакомая, которая, да я все уверен, немножко из другой серии, поэтому уверен, скоро будет. Блять. Ну вот, понимаешь, потому что я в себе уверен, но на старуху бывает проруха, во-первых. Во-вторых, в предэякуляте тоже есть сперматозоиды, поэтому... Поэтому хуйня вот это все с вот этим вот «я уверен». Ой, ебать. Мы кроликов перемололи. Сюда. Ебать. Блять, ну минус один кролик получается. Там сейчас будет очень много кроликов. Свидание вслепую.
Сюда-ка. Туда-ка. Когда эликсиры добывались... Блять, кстати, да, я что-то такое слышала, что есть какая-то игра из серии Зельды, где эликсиры из феечек делались. И где тебе нужно буквально феечкам делать неприятные вещи, чтобы эликсир-то появился. Сюда. А как вы познакомились, Жарик? Ну, не чем-то похоже, реально. А то мы сейчас и зайца получим, наконец-то. Потому что сколько можно. Вот это вот безобразие. Мой, блядь, заяц. Сюда, нахуй, зайца. Купил шоколадки, они тают на столе. Достал из морозилки аккумулятор холода, положил под шкаф. А ты не можешь их положить в морозилку? Здорово, контент-кридер. Привет, привет, здравствуй. Ты не можешь их в морозилку положить? Блин, шоколадку хочу теперь. Что делать? Зайца на базу. Вы просто сядьте и смотрите. Вы не пытаетесь вникнуть в происходящее. Вы зачем вникаете? Вам оно не надо, нахер не всралось. Придется ходить к морозилке, когда хочу шоколадку. А много у тебя шоколада? Какие у тебя шоколадки? Как дела, Итер? Как ты? Мы тут играем в наркоманию. Бля, мы что, сейчас собаку будем спасать? Белый молочный, блядь. Я в детстве очень любила белый шоколад. Я прям только его ела. А сейчас что-то как-то прям белый мне пипец будто бы не заходит. Пей горячий шоколад. Я купила же молоко, и у меня есть какао. Ну как какао? Несквик. Ну это все еще какао. Здорово, Денис, привет. Что за наркомания? А мы тут коллективно кукухой отъезжаем. Вот. Проверяем на прочность свою голову. Проверяем на прочность свою голову, потому что здесь какое-то куховое беспределье происходит, если честно. Так, надо чуть-чуть назад, что ли? А куда палить надо? Собаку отпусти, сучара. Мы будем как этот. Кто там за собакой? Чью собаку убили, он за собаку мстил. Кто помнит? Я тоже очень любил белый, и сейчас тоже люблю. Не так много любой. Я вот тоже. Горькие прям вообще не мое. Горькие прям совсем не мое, а вот карамельный вот этот, знаете, это просто рай какой-то, если честно. Прям очень нравится. Джон Уик, вот, да. Я же капитально отъехал башкой, пойду откисать. Давай, давай, мерзкая, спасибо большое за компанию. Мы тут все, походу, пойдем откисать немножко после игры. Готовила шоколад. О, кстати, шоколад самостоятельно приготовленный, оно прям кайфно. Оно прям кайфно. Ни разу не готовила сама. Делала сама только этих петушков карамельных. Обожгла себе палец, потому что эта карамель случайно ливанулась мне на палец. Джованни Иванович, да-да-да, примерно как-то так. А потом мы пойдем играть во что? Даркс... Не сочу, чего не пойдем. Все, блядь! Куда ты палку киданул? В какие ебеня? А что ты радуешься, сучара? Мне плохо, а он и рад. Dark Sassy. Ну, Dark Sassy 2, да, получается, будет. Давай еще больше. Да, ну вот я же говорю, у нас каждый стрим просто будет новая игра. Почему нет? Это же хорошая идея. Прекраснейшая из всех идей.
так, что не выкупила. Не выкупила. ГГ по дороге в дурку. Это сон. Это все сон. Да, Нека. Да-да. Что такое? Не шути, про DS2 легче станет. Просто, блин. Подожди, я еще на этапе шуток. Я еще на этапе шуточек. Блять, да что ж с тобой здесь делать-то? Еб твою налево. А, вот что здесь. Ебать. Ладно. Тянем, потянем, блядь. Сейчас вытянем, подожди. Смотри, оп. Опа, сюда. Убивала огненного чела в начале DLC. В начале Елдени DLC огненного чела нет. Я к нему подошла. Он мне въебал, я сказала все без вопросов и ушла. Я его не убила. А что такое? То есть как они эту хуйню придумали, я не понимаю. Да, я снесла ему 1% хп и решила, что пока оставлю его в живых, потому что я там... Количество дамага, которое я наносила, было... А, уже споела, нифига, продолжаю хотеть есть. А ты нормально поела? Ну, в смысле, достаточно сытно? Так, ну вот это первый. Блять, а долго мы так идти будем? Он ваншотит. Да. Я его не убивала. Я просто... Ну, я его потыкала. Я его потыркала чуть-чуть. Поняла, что... Ой, ладно, короче. В пизду. И ушла убивать и дальше... Дальше смотреть, что как, куда. У меня сейчас 3 босса неубитых. 3 неубитых босса и 1 убитый босс в DLC. Не убила, значит, сделала. Ну, получается, что да, кстати, вернусь, и будет еще хуже. Видимо, чутка куртки и 200 грамм винегрета. Ну, походу, ну, 200 грамм винегрета и чуток куртки... И чуток куртки, это правда может быть недостаточно. Правда. Потому что там же нужно смотреть за вот этими своими граммовками, сколько ты за день сегодня вообще съела, и сколько тебе надо, чтобы наесться. Потому что как минимум там 1500 калорий тебе надо. Ну, короче, чуть больше, по всей видимости. Поэтому спокойно можно еще полирнуть еды. Призываю Валеру, почти убил, одного убил в данже. Я вот не убила чела в данже, который с арбалетом. Я не убила танцующего льва. Я пришла к Рилане, я ее не убила, я ее потрогала. И я нашла... Я сейчас не знаю, могу тебе сказать, не могу тебе сказать. Вообще. Ну, конечно, там дракона одного еще убила. Вот его, дракона убила. Он достаточно легкий был. Вот, с арбалетом я тоже к нему позаходила и такая, а, короче, потом, в следующий раз. Но там надо попрокачиваться еще, потому что к тебе, на тебя влетает очень много дамага, а от тебя выходит дамага достаточно мало. Поэтому подпрокачиваться... Я нигде не могу слезу, блядь, вызвать ебучую. Это пиздец какой-то, если честно. Она нигде не выходит, она везде заблокирована. Оказывается, легчайшее решение, пипец, как догадаться. Ага, ну значит, буду догадываться, кстати. Буду, значит, догадываться, как делать. Можно было бы куда-то забраться. У нас есть там морозные гранаты? Забраться куда-то, кинуть ему внутрь морозную гранату, чтобы его потушить. Но этот хуй стоит просто как хуй посреди поля эрегированный. Понимаете? Значит, пипец. Под чем был автор игры? У этих ребят машинариум их игра. Ботаникула их игра. Понимаешь? У них супер кайфовые игрулечки. Но вот, вот такое вот они сделали. Крикс у них же, Пилгримс у них же. Там ребята что-то поют, походу, а мы им мешаем.
Сейчас скрин скину, давай. А хоть вы собаку мою, блядь, трогаете, уёбки. Аргументировано, кстати. Саморост, да, саморост, самое главное. Но мне кажется, у них, в принципе, во всех играх, даже вот этих милашных, какая-то такая маленькая крепотца присутствовала будто бы. Весь DLC тем, что тебя босс убивает с трех ударов, это бред. Да, потому что в DLC, видишь, есть своя прокачка. Ну, опять же, Нека. Во всех сосаликах DLC гораздо сложнее, чем основа. Давай мы признаемся. Расчленёночка! Сюда! Но здесь своя собственная прокачка, там что-то типа 50 кусков древа, вот этого древа, которое тебе нужно подпрокачивать. И вот таким образом все будет классно, хорошо, но эти части надо находить, естественно. У меня прокачка, по-моему, сейчас на 4 или на 3. Вот. И слеза при этом прокачана чуть больше на единицу. По-моему, 3-4 или 4-5 у меня как-то так. А ты кем играешь? Ну так и тут тебя не ваншотит. Тебя три шотит. Понимаешь? Но они же сделали легче игру. Они же патч выпустили, который игру легче сделал. Который трубку курил. Бля, кстати, да. Который вот этот. А ну-ка, подожди. Да-да-да-да, блядь. Ну, у них правда, у них все игры немножечко с крипотцой и наркоманией. Поэтому вот это даже не удивительно, наверное. Мы выпустили унижающую вас игру, а вам понравилось непорядок. Вот если вот так в DLC сделаем, тоже нравится, ну, понимаешь? Извращенцы. Ну, типа, я часто, я в том же ТикТоке очень часто видела уже недовольство тем, что игра сложнее, DLC сложнее, чем основа. Типа, как так? Я там пришел условно на 200 уровне. А за кем мы шли, если она сзади прибежала? Я пришел на 200 уровне, а меня просто унижают. Я привык унижать всех. Тут проблема, опять же, в том же еще, что ты привык, блядь, под конец основной игры всех унижать, потому что ты сильнее, ты там прокачаннее, перекачаннее. Потом ты приходишь в DLC и как с самого начала, блядь, начинаешь все. Снова вот такой хуй, который, блядь, выглядывает у тебя из... с обратной стороны. В оригинале мне тоже боссы ваншотят, пока не прокачаюсь. Разрабам сделали еще одну игру. Да! Разрабы, по сути, сделали еще одну игру внутри игры, потому что у тебя DLC, если посмотреть, оно очень повторяет основную игру. У тебя эти же зоны с этими же врагами, повторяющимися. Вот. И тебе нужно заново прокачиваться. И в DLC у тебя своя прокачка. У тебя вот эти осколки древа. Я не помню, как она называется. Осколки какого-то древа. Что-то там, части древа. И вот ты по мере прокачки ты будешь наносить больше дамага, и по тебе будет меньше дамага приходить. Потому что когда туда приходишь, ты приходишь будто с прокачкой в ноль на 87 уровне с факелом. Как вам такое? Подождите, сейчас выкупить, дайте выкупить. Сюда. Смотрите, код. Ну, я вам отвечаю, что это Алиса в стране чудес. Дошла до ласта, DLC задолбалась, убила ласта и забила. Так что можно сказать, что... Ну, ты прошла. Если ты прошла основную игру и DLC, ты прошла игру. С первого раза факелом... И с первого раза факелом босса. С первого, он сказал, или со второго, с какого там? С первого было, да? Да. Валю боссов. Ну, а чё, нет, что ли? Пришла на 87-м и все. Вот в следующий раз, знаете, если вдруг я решу делать какие-то челленджи,
по сосаликам. Я буду докачиваться до 87 уровня, брать факел, брать факел и проходить игру факелом на 87 уровне. Такие дела. Но никак иначе. Если со второго, то чел говорит. Все, поняла. Вчера на домашнем сервере из массива выпал один диск. Погасил его, проверил все диски отдельно, все живое. Скорее всего, материнка или кабель. И чтобы кабель поменять в этом некрушенном корпусе, нужно иметь третий дан по проктологии. И когда собираешь корпус обратно, будто пасту обратно в тюбик запихиваешь. Еще и кондер в БП повспухали, решил разбить кубышку. И... Слушай, ну поменять корпус в таком случае прям хорошо, потом, блядь, у нас собаку прохуярила в другой мир. Это плохо. Взять корпус чуть побольше, конечно, это прям хорошая идея для того, чтобы нормально можно было все менять, потому что микрушные корпуса, они классные, классно выглядят, прикольные, но, сука, их же обслуживать невозможно. Выглядит так, будто они не смогли нормально сбалансить игру под DLC и придумали эту прокачку. Возможно. Тоже есть такая опция. А возможно, это, блядь, все часть какой... А у вас есть какие-нибудь теории относительно того, почему ты смотришь на древо, а оно будто под балдахином? У вас есть теории? Какие-то. Ебать. Или нет теорий? Потому что у меня теории нет. Мне было бы послушать интересно ваши. Если они у вас есть, конечно. Ебать. Пиздец, чел. Не-не, давай мы будем снимать эту хуйню. Сюда-ка. Что-то оно напоминает очень сильно. Что это самое? Пришло уведомление от планет кино в стиле «Не упусти шанс». Не поняла. Где нихуя не объясняют, сняли короткое видео с объяснением обновлений. А, понятно, все, ясно. Только что добралась до дома, прогулка воспринималась именно так, как то, что на экране происходит. Искусство. Искусство дополняет реальность. Именно так, понимаешь? Искусство, правда, всегда дополняет реальность и всегда его отзеркаливает. Здрасте. Забор покрасьте. Сейчас мы тебя тут подостаем, застрявшее в зубах. И что ты? Все? Успокоился? Ну что, вот улыбочка. Понимаете? Улыбочка. Только что заметил. Да, там балдахин. То есть Микела себе где-то этот мир устроил в чьей-то спальне. Понимаете? Чьей-то спальне он устроил себе этот мир. Накрыли на ночь, чтоб не слышно, что люди говорят, не повторяют след за ним, как попугай, кстати, да. В новом корпусе слот только под SFX блок питания. У меня такой был, тот самый пыхнувший, из конфига с внешним графоном после ремонта. Что вы думаете, при первом запускает еще, блядь? Ну, если он вспыхнул. Еще и БП покупать, сколько кубышек надо найти. Ну вот, понимаешь. Мир, к сожалению, сука, такой, что тебе постоянно нужны деньги на что-то. Постоянно, блядь, нужны деньги. Поэтому спасибо большое всем, кто мне сегодня оффстрим, блядь, кидал деньги на вот эту вот штуку. Ну, вот на эту штуку. Вашими... вашей щедростью закрою этот свой долг банку, кстати.
Вот. Теперь это, да, кстати, не БП, а дым-машина. Ее можно использовать в вечеринках. Включаешь, и у тебя просто дым. Там единственное, что это, конечно, не тот дым, который обычно хочется, и ты будешь кашлять и умирать. Но beggars can be choosers, как говорится. Сколько новых локаций нахожу? Ты, например, знала, что у живых горшков есть своя деревня? А я не была в живых горшках. А, нет, подожди, деревня, где они мирные. Я, кстати, находила ее. Я ее находила, эту деревню, где они... По-моему, находила, где они мирные. Вот. Потому что у тебя, опять же, как я говорила, сама основная игра, она пиздец огроменная, просто каких-то неебических размеров. Там тебя буквально будто взяли три отдельные игры и такие: не хотим делать... Нам лень придумывать название этим играм, сделаем одну. Но это просто пиздец на самом деле. А потом они выпустили DLC как еще одна отдельная игра, понимаете? Ну это же просто хардкор какой-то. Это ж невозможно. Ну ж пиздец. Очень вонючий такой запах. О, слушай, жжёная картошка. Так это ж можно соусик. А что ты? Раз. Вот это тебе попердолило. Ой, смотрите, пузико выросло сразу. Два. Давай сюда ее. А, пузико и было. Это я внимательнее просто. Три. Видимо, вместо конденсаторов бульбенсаторы. Походу, да. Походу, да. Вместо конденсаторов бульбенсаторы. Ебать, пузико подпирает. Ну, дышать не может, наверное. Это моя голова. Здрасте. Спасибо большое. Приснится же такая дичь. Поехали. Ебать, что это нахуй такое? Ребята, что это за жесть. Кстати, похоже на хорошую картоху, реально. А если сделать вот так? И вот так. Привет. Всесистемники Кельвина! Неплохо. Неплохо. Ну и шо мы? Кошка. Очень жаль. Я не понимаю, по какой причине кошки продолжают пытаться залезть на ноги. Жарко же, просто пизданешься. И вот нахуя? Так, карусель, блять, карусель, кто успел, тот присел. Прокатись на нашей карусели. Все, готово.
любят... Вот я не могу понять, потому что прям лезет на ноги, хоть ты тресни. Мерзнут, может, потому что у них другая... Мерзнут! Ты что, издеваешься? Там точно не мерзнут. Эта хуйня точно не мерзнет. Оно такое шерстяное, это ж можно обосраться просто. Там точно никакого замерзания. Здрасте. Забыл покрасить. У тебя шерсти нет прохлады. Мешок кожаный лезут. Да мне как раз нормально, отстаньте от меня. Не надо ко мне лезть. О, вот и я. Решили, что Роланд... Ну, походу, да. Потому что просто жесть. Они тебя любят. Мне нормально! Не надо со мной шерстью делиться. Мне как раз то, что надо. Во! Мы упорно лезем на эту бошку. Картофельную. Картофельные башка, дай пирожка. Можно так интересно сказать Зулиному Бульбе? Зулиному Бульбе. Так, понял тебя. Не понял тебя. Хватай. Опа! Опа! Сюда-ка. Бегу силой мысли. А видели, кстати, девочку, которая в Елдень, ну, в принципе, в сосалике играет силой мысли? У нее какое-то на устройство себе сделала, которое считывает импульсы мозговые. И она играет в сосалике при помощи него. Видели? Или не видели? Собаку зовут Буди, кстати, запомнили? Видели. Прикольно очень. Причем, что успешно играет, убивает боссов. Видел несколько секунд, он вообще не верит. Буди, да. Но я суперактивно не искала информацию, не смотрела много роликов. Но она вроде ходила туда же куда-то с этой своей хуйней, чтобы доказать, что там все в порядке. Когда она держит ручки на экране перед собой, и там кто-то снизу не играет вместо нее. Почему все такое пушистое? Пойду после этого читать свои книжечки про инопричленцев. Даже чувак с чипом в мозгу не может играть в такие сложные игры. Тут неинвазивная хуйня, свиного чувствительность позволяет сосалики. Блять, ну интересно же как. Но я не читала новости про нее, на самом деле. Опять же, как я говорю, повторюсь. Я новости не читала, не смотрела, как оно все работает, почему оно работает. Разоблачения какие-то тоже не искала. Но прям супер интересно, если честно. А вы каждый раз видите, когда я микрофон пододвигаю вот так вот, или не видите? Это моя схема пододвигания микрофона, когда он чуть-чуть в меня упирается вот так вот, хопа. А вы замечаете или нет, интересно? Наверное, нет. I'm very subtle, так сказать. Мне попадалось в ТикТоке, по-моему. Видел парня, который с чипом маска управляет компом. Говорит, что в шутерах не успевает подумать, как персонаж убивает противника. Я думаю, что ему туда аймбот. Да ему туда просто аймбота внедрили, прописали, и все. Но насколько прикольно, не успевает подумать, а импульс уже пошел. Видишь? Как раз тот чувак говорит, что ему сложно в ту же колду играть, слишком много контролировать. А как тебе слишком много контролировать надо, если ты буквально, у тебя аж, ну, эти импульсы работают? А что именно контролировать надо, интересно? Сейчас у нас тут снова прокатись на нашей карусели будет, смотрите.
блеватрон устроим всем. Бегать, прыгать, подкатываться, разворачиваться. Блять, ну прикольно. Насколько прикольно было бы. Так, ребята, у кого чувствительность к свету, к мерцаниям, пожалуйста, не умирайте. После такого читать особые книжки про иночленцев. Ну, как раз самая туша надо. Ну ты шо? Сверхлюди. На танцевальном коврике одну игру и параллельно на геймпаде вторую игру. Видели же, да, девочку, которая одновременно две игры проходила? Ногами, одну ногами на танцевальном коврике, а вторую руками на геймпаде. Так и не смог сняться с ручника, сука. Не просто подключил, работает, надо научиться посылать определенные импульсы, блять, ну это охуенно. Это охуенно. Успеваю закрыть. Спасибо. Пожалуйста. Ну, утро уже, нормально, смотрите, мы проснулись. Ребята, мы прошли игру. Всего лишь 3 часа. Или сколько? Сколько первый стрим шел? Помните? Не помните? 2 с копейками, да, вспомнили. Блять, понятно, все. Finally it's over. Думаешь, вышли? Скорее сползли. Блять, четвертая стена. Крепота. Крепота пиздец. Но игра закончилась. Так это можно пройти запланированные игры в 2 раза быстрее, в смысле? А! Да, параллельно одну и другую. Все, мы с вами все прошли. Мы... Ебать, тут уровни. Мы с вами все прошли. Смотрите. Смотрите, какой злой чел. Недовольный. А этот язык не показывает. Вот этот, а вот этот язык... А что ты так медленно? И один язык показывает, второй не показывает. Очень хочется мышку, конечно, разобрать, чтобы достать оттуда шерсть, но мне кажется, я не соберу потом обратно ее. Вот, а еще я планирую ободрать обои в своем коридорчике. Буду держать вас в курсе, знаете где? Вот здесь. Вспомнила, какой? Игра официально закончилась. Официально мы закончили хэппи-эндом. Официально мы закончили хэппи-эндом. Именно так. Так что поэтому не верю. У того чувака при этом самый точный контроль, что может быть, когда контакты внедрены в сам мозг. Эти присоски даже на лысом черепе снимают 100 раз слабее. Вообще показатели максимум можно прыгать и не прыгать. Хоррор. А, знаю его. Да, знаю этот хоррор. Знаю этот хоррор, видела. Достаточно стрёмный, кстати. Люблю, в принципе, короткометражки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня 7 ачивок осталось. В смысле? Хорошо, я потом посмотрю, как их получить, и я их все заполучу. Я вас знаю. Вот, мы с вами прошли игру. Вы рады? Я надеюсь. Вы счастливы? Готовимся дудеть. Дача с коридором. Да что там, снять обои только. Снять обои — это хуйня. Снять обои — это хуйня на самом деле, поэтому... Готовы? Давайте. Погнали. Отмечаем. Счастливы. Мы дагага несчастливы. Ой, ебать, господи, что ж происходит? 29. Я отрубила звук как-то? Кого? Звук кого? А, ой, ебать, а как это сделала? Все, есть. Готово. Я не знаю, как они отрубаются, если честно, почему. Надо перепроверить кнопки. Кнопочки поперепроверить надо. Такие дела. Такие дела. Так. Тут-тут. Нет? Не тут-тут. Микро-ауф. Микро. А чё микро-ауф? Так, да, дать в поигранное.
Ладно, деинсталлировать я пока не могу. Ау, опа, уважение. Ау. Все мои волки делают ау. Хаппи гамми. Сделано здесь хаппи гамми. И сделано сейчас во втором здесь хаппи гамми. Хаппи гамми. Я просто добавлю, не буду скоро проставлять, потому что пиздец какой-то был сейчас. О, тун-дун. Не важно, что микро, важно, что ауф. Вот так вот. Пошла развлекать своих подписюков. Спасибо огромное, булочка сладкая. Спасибо тебе огромное. Хорошего тебе стримочка. Приятного, и чтобы животик перестал болеть. Давай, обняла, приподняла. Мы скоро опять встретимся, отдыхай, красивая женщина. Давай, пока-пока. Покусики. Вот. У нас с вами есть три выбора. У нас есть три выбора. Сейчас, подождите, я еще игру удалю из этого самого, из списка нашего. Вот. Да. Есть три выбора. Мы заканчиваем стрим. Это первый выбор. Есть два путя, да. Мы заканчиваем стрим, первый выбор. Есть опциональный первый выбор, заканчиваем стрим, идем смотреть кино. Это раз. Второе. Мы берем еще какую-нибудь суперкороткую игрульку. Суперкороткую, там на полчасика какую-нибудь. Что-то такое. Часик, полчасика. И третий выбор. Мы идем в Драгонагу. Привет, Кикимора, здравствуй. А пока не знаем, мы сейчас это самое. Пики точёные, хуй дрочёные и ика. Или-или. Есть два путя. Вот. Мы можем сделать, кстати, голосовалку. А я сейчас быстро сделаю голосовалку. Сейчас, подождите. Не это самое. Сейчас, погодите. Вы пока что, вы не торопитесь, блядь. Вы куда побежали? Я сделаю пока громче музыку, пишите. Happy Nation! У вас вот здесь есть 10 минут на голосовалку. Здорово, SDK. А кино мы смотрим лишь с одним из вариантов? Ну да. Потому что иначе не успеем. Какие варианты для короткой игры? Ну, я тут выберу что-то на полчасика. Тут есть что-то получасовое, есть что-то 15-минутное, такое прям мелочевка. Что-то вот там 51 минута. Что за кино? У нас следующим Судья Дредд. По-моему, я сейчас гляну. Да, Судья Дредд 2012 года. Судья Дредд. У нас осталось 8 фильмов. У нас Судья Дредд, Хата на Тата, Святой Майк, Чужой, Идеальные дни, Руки прочь от кинокружка, Олдбой и Человек-бензопила. Вот. Поэтому вы голосуйте пока что. Голосуйте, наголосовывайте. Вот. Потому что мне один вариант только с кино, потому что мне нужно будет, во-первых, нам надо доиграть, закончить, это еще будет там час условно, какой-нибудь час-два, мне сбегать в магаз себе за какими-то вкусняшками, вернуться, опять Чужой, да, опять Чужой, потому что его мерзкая заказывала, и у меня мы Чужого не смотрели. Такие дела. Так что вы пока наголосовывайте. Хуй посреди поля, блядь, буквально хуй посреди поля. Living in a happy nation. Опять Чужое. Ну, потому что Чужого посмотреть — это прекраснота. Но у нас там только первая часть, на самом деле, поэтому... И мы будем открывать снова заказ. Мы посмотрим, наверное,
до «Руки прочь» от кинокружка, еще 5 фильмов, и я снова открываю заказ игр. Ох, эти игры. Заказ кино. Судорожно жмет двоечку. Жмите, жмите. Situation. А как ты открывать хотела в этот раз с одним фильмом на каждого? В смысле? Не поняла, что ты имеешь в виду? С одним от каждого. С одним на каждого. Не один на стрим, а один на каждого. То есть это все еще за один стрим может быть 5 заказов, но это хотя бы от разных людей. Опа, дратуйте. А что я хотела нажать? Алюминум. Привет. Присаживайся, располагайся. Вот это вот все. Поэтому там... Просто чтобы не было такого, что вот один человек заказал очень много чего-то, и мы потом сидим все и ждем. Вот. Все мои баллы в банке, так что я не скоро еще закажу. Вчера на каком-то стриме обсуждали краш, его этимологию, смысл. Слово краш или что краш? Что именно краш обсуждали? Ох, вот это жопка. По результатам обсуждения решили назвать. Ну, кстати, свидание — это реально же краш-тест. Ты же проверяешь человека на то, достоин ли он быть твоим крашем. Понимаете? Понимаете? Блять, а как мне теперь посмотреть? Так, ребята, доголосовывайте, пожалуйста. Вот здесь голосовалка. Во-первых, фоловьтесь. Во-первых, фоловьтесь. Во-вторых, голосуйте. Какого хуя? Твои следы. Понятно? Знайди мене. В конце концов. В конце концов. А сколько ты баллов уже вхуярил в банку, Профлегма? Або... Убаду. Голосовалка не в телеге. Голосовалка в телеге. Голосовалка в телеге. Вот здесь. Голосовалка в телеге. А ну голосуй. Если ушить устла, чуп-чуп-чуп-чу. Не Годзилла, шутки Риори, блять. Ну, Риори хорошо шутит. Риори прям уважаемо шутит, очень уважаемо. Это по фактам, на самом деле. Да, если вы не знаете, где мы смотрим фильмы, то это тоже все в... Поняла? Без вопросов. Случайно. Ну, случайно. Случайное лучшее, на самом деле. Случайное лучшее. Твои следы. Так, ну я вижу, что кино выигрывает пока что, да? Давайте, еще 3 голоса. 3 голоса. 3, 4. Еще 4 голоса. Нет, 3. 3 голоса! Baby, don't hurt me. Мимо проходил, запнулся, шутканул, пошел дальше. Постмортем менеджер. Хорош. Так что там, где дикпики? Нету никаких дикпиков. У меня дикпики только от... Ну, кстати, от мужа нет дикпиков, между прочим. Хочу сказать, безобразие. Такие дела. Ну, еще 3 голоса! Я со своим... Самое смешное, что в записи потом будет слышно только, как у меня кресло скрипит. А, потому что, чтобы мне не кидали страйки за копирайт, чтобы не вырезали музыку, у меня выключено сохранение этой звуковой дорожки в пасбродкасте. Вот. Котик. Викторин. Накидываем анонимно свои дела. А потом делаем стрим, на котором пытаемся выяснить, где чей дикпик. Мне нравится. Давайте. Да-д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 а
Вот. Да, потому что у тебя, ну, блокируют, вырезают куски. В записи вырезаются, вот это вот все. Но при этом в... А, и на Ютубе меньше шанс, что тебе что-то там порежется, только если в игре еще что-то будет, потому что на Ютап оно тоже не идет. Калаш повесит за спиной. И это будет бан, кстати. Это будет бан, к сожалению. Но я вот сюда повешу на стекло, на зеркало себе, и буду любоваться вашими дикпиками, коллажом вот этим дикпиковым. Сделаю себе календарь, надо, чтобы 12 человек прислали, сделаю календарь на следующий год. Знаете? Вот. Круто придумано, уже не расталкиваюсь, интересные кусочки. Да. Вот, поэтому, если у вас есть стримеры, или вы сами стримите, и у вас происходит эта история, что там интересные куски пиздежа вырезаются из-за как раз-таки копирайта, просто погуглите. Сейчас я скажу, что погуглите. Сейчас я скажу, погуглите. Ой, блядь, а как эта хуйня гуглится? Как эту хуйню нагуглить? Ну, скорее всего, просто как развести дорожки на стрим и в запись. Что-то типа того. Оно очень легко, вам буквально две галочки поставить, и все. Вот, будет очень удобно. Потому что эта музыка, по сути, она нужна только для того, чтобы там на стримчике было весело, не скучно, не нудно и не тишина, а в записи оно уже... Прекрасная картинка на подобную тему. Могу только в личку в ТГ скинуть. Ой, а скинь мне, Рёри. Вы женщина. Блять, кому он пишет? Кто, блядь, в моей квартире еще есть? Пиздец. Блять, живешь себе, живешь, а у тебя в квартире женщины. Ебанешься. Надо будет захватывать отдельно звук, обычно все хватает общую дорожку с компа. Ну, вообще, да. Ну, типа, как развести звук со стрима и записи стрима, и там будет все расписано, скорее всего. Нужно сделать вектор из членов, потом сделать такой же рисунок, как этот, распечатать, повесить на окно, чтобы тень отбрасывал, никто не поймет, что за тень. Нихера ты просто мастер-майнд! Нихера ты! Будет такой просто, знаешь, какой-то обрис непонятной форме чего-то, но мы-то будем знать, что это форма члена, поняли? Поэтому если вдруг внезапно появится какая-то тень, вы знаете, что это. Вы знаете, что это. Так, что вы там, наголосовали? Или вы не наголосовали? Где вы голосуете? Блять, ну одна, ну кто-нибудь один еще проголосуйте, пожалуйста. Я хочу ровное число. Хочу ровное число. Будьте добры, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, кто-нибудь ткните. Пожалуйста. Пожалуйста, блядь. Я вам тогда покажу вечером, как смешно у меня крысы спят. Покажу вам фоточку. А не ткнете 20, не покажу. Блядь, mindless self-indulgence, они, конечно, суперклассные, но очень тяжко воспринимаются. Допустим, скинул. Так, а ну-ка. Хорош, нормально. Ебать, у нее там подборочка, кстати, да, нормас так выбирает дама. Норм. Ну вот примерно то же самое сделаю, кстати. И световой шар вместо звездочек. Да-да-да-да-да. Будет вместо звездочек членики и все такое. Светомузыка такая. Такие дела. Так, нету 20-го, да? Я так понимаю. 20-го нет. 20-го нет раз. 20-го нет два. 20-го нет три. Голосовалка закрыта. Хорошо, играем, идем кино смотреть.
Чпунь-чпунь-чпунь. Смешные у Даши вот эти ушки. Это Дашин? Это не Дашин. Но у Даши такие же ушки. И она, блядь, очень похожа на Дашу. А это Саша Грей. В принципе, комплимент Саше Грей, кстати. Вот, все, крысы вам не скидываю. Ладно, все равно скину. Все равно скину. Пускай даже этот 20-й стыдится и смотрит на прекрасных крыс, но скину вечером. Вот, мы с вами идем смотреть кино. Полчаса на то, чтобы я сбегала купить себе каких-то ништяков, мороженки, вот этой всей пиздотни. И мы с вами возвращаемся, и вот это вот все. В телеге я напишу, где мы смотрим, потому что фильм мы смотрим не здесь. Не здесь, в другом месте. Да. Убегаем на тот самый канал. Вот здесь будет информация, где. Так а смысл ждать было... Потому что я хочу ровное число. Я люблю ровные числа, пятерочки и нолики. Я хочу. Я хочу. Вот. Ради красивого числа, да. Ради красивого числа я хочу. Очень. Вот, все, я пошла. Вы тоже за полчасика себе возьмите штучки, чела забанят. Вот. Нахуя? Нахуя, не надо. Придет с какой-то пиздотнёй и забаним. Вдруг какой-то классный подкат будет. Может быть, он хотел сказать: ты, вы женщина. Боже, я думала, что вы богиня, звезда. Я просто ослеп, когда открыл стрим и посмотрел. Ну, вы ж думайте хорошо, позитивно. Думайте позитивно. Вот это вот все. Такие дела. За ник как минимум. Может, его Руслан зовут? Ну, типа... Хуй пойми. Не это самое. Вы hold your tits и... Бля. Hold your tits. Спрут. Все, я побежала. Через полчаса увидимся. Peace.